Тренировать это уже быстро. Нет. Слушай, расскажи, пожалуйста, действительно, зачем в гимнастике бежать? Вы же не бегаете. Ну как, моя гимнастическая карьера уже в прошлом. Теперь я живу совсем другой жизнью. Я не занимаюсь профессионально, я занимаюсь спортом для здоровья. А бег – это один из классических видов спорта, которым я занимаюсь. И тем более я хочу медальку. Тут сегодня, оказывается, всем участникам дают медали. Она такая красивая. Слушай, ну а вот если серьезно, ты бегала, не знаю, готовилась к этому, не готовилась, бегала там четвертый. Ты уверена, что ты добежишь 5 километров? Конечно, я бегала, потому что каждую субботу проводились тренировки. Это 2 полумарафона в разных уголках нашего любимого Киева. Тренировки были сложные, я готовилась на десятку, но, к сожалению, моя травма с 2007 года икроножной мышцы дала себе знать, и мой массажист сказал, ну, если ты хочешь быть здоровой и себе не усложнить твою проблему, пробеги 5. И я готовилась 10, и теперь легко могу пробежать 5. Если ты бегаешь 5, то тебе на воздухе очень тяжело будет бежать, поэтому я готова бежать 5 на все 100%. А скажи мне, пожалуйста, а выигрывать ты готова 5? Я даже не задумывалась, потому что это как первые соревнования моей в жизни, назову это так, полумарафоном. И нужно сначала влиться в эту струю, потом осознать, где ты, что ты, а только потихонечку ставить себе цели, если они будут нужны. У меня там определенное время, по которому я бегаю. Вот я хочу точно так же пробежать, я не стремлюсь к какой-то победе или пробежать первой. В удовольствие. А время какое? 5:30 за 1 километр. Конечно. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты бежишь эту дистанцию? Если хочешь приобщить к чему-то или показать пример какой-то, то нужно это делать самому. Поэтому я здесь чисто получить положительные эмоции, показать, что спорт – это здорово. И очень много людей сюда пришли. Я думаю, что за этим будущее, что с каждым годом будет все больше и больше людей участвовать в таких мероприятиях. Так надо. Хорошо. А теперь какой будет отрывок сырованом? Я бегу чисто получить положительные эмоции и все, без результата. Какой результат получить? 4:00:04. Бачите, що такі люди підтримують ініціативу. Міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, доброго дня, також сьогодні з нами. Я задоволений, хочу передати. Найголовніше – долучитись до благодійності. Отже, Дмитро Булатов, вам слово. Ми тримаємось разом. І ми просимо вас, єднаємось. Єднаємось, то ще раз. Зауваження міністру спорту, чому не біжить? Знаю. Хто зараз бежить і підтримує цю акцію наших хлопців. Хлопці, які зараз правильні, за хлопців, які зараз знаходяться в зоні АТО. Ми підтримуємо фінансово, ми підтримуємо тілом, духом, ми разом з ними. Слава Україні! Учасниця, котра... Молодець! Молодець! Віталій Кличко, біжіть, де слава з колективу! У нього вай!